Здравствуйте, друзья, с небольшим запозданием, но начинаем все-таки прямую трансляцию матча Лиги Чемпионов. ЦДК «Усадьба Банная» играют на Флотской, это пятый тур группы D. И команды уже на поле, команды готовы стартовать, ждут сигнала главного арбитра сегодняшней встречи Владимира Коржевского. «Усадьба Банная» в синей форме сегодня играет, ЦДК в красно-черный. Ну и после первого удара, достаточно опасного по такой погоде, с места в карьер соперники начинают. Сейчас все предматчевые, ну или точнее скажем, все официальные и обязательные процедуры проведем, и после этого футбол начнем смотреть. Но прежде всего надо сказать, что встречаются лидеры своей Лиги Чемпионской группы. И в сегодняшнем матче нас, конечно, интересует, прежде всего волнует судьба армейцев. И ЦДК может обеспечить себе выход в четвертьфинал в случае победы. Получится или нет, не знаю. Для армейцев вообще игры против «Усадьбы Банной» складываются весьма непросто. Хотя давненько уже эти команды не встречались в главных турнирах Москвы. Но, прежде всего, это связано, наверное, с тем, что армейцы не слишком удачно выступают в Лиге Чемпионов. И не всегда выходят в плей-офф. Часто оказываются во втором по значимости турнире, в весенней его части. Поэтому... А «Усадьба»-то как раз завсегдатай плей-офф главного клубного турнира Москвы. Поэтому вот так вот жребий разводил соперников. И команды-то обе постоянно играют в Еврокубках. Но армейцам все-таки чаще с другими восточными клубами предстоит сражаться. Ну, приходится сражаться, точнее. Итак, давайте по составам все же. Армейцы в следующем сочетании начинают игру. В воротах Денис Зайко, номер один. Три защитника. Слева Сергей Сбродов, номер 12. В центре Андрей Смирнов, номер 3. И справа Владислав Хатаженков, номер 11. И четверо футболистов линию полузащиты составляют. Вот эта новая схема. Новая, старая, я бы сказал, но без классического форварда. ЦДК действует. В центре поля играет Валерий Лихобабенко, номер 6. Рядом с ним Евгений Вашурин, 10-й. Но после момента тут Зайка выручает команду. И «Усадьба» был супер момент, но... Удалось армейцам отбиться, хотя пока преимущество гостей очевидно. Итак, Евгений Вашурин, номер 10, Сергей Караха, номер 88, и Максим Бунтов, номер 77. Любой из этой четверки может оказаться на острие, вот как сейчас Лихобабенко. Но все-таки, наверное, чуть чаще мы будем видеть там Бунтова и Караху. Особенно Бунтова, он сейчас в очень хорошей форме. Вчера в игре чемпионата 5 мячей забил. И вторым бомбардиром своей команды является после Андрея Говорова. Говоров на скамейке. И вообще у армейцев заявлено 7 человек в качестве запасных. Но Олег Полтевский и Дмитрий Свиридов играть не будут. Свиридов по-прежнему восстанавливается от травмы. Полтевского сейчас нет на стадионе. Ну вот обычно всегда руководители клуба в протокол включены. Важный такой элемент для... командного духа, я думаю. По крайней мере, в числе участников матча значится. «Усадьба Банная». В воротах Кирилл Филатов, номер 16. Также три защитника. Антон Пискунов, 12. Александр Озеров, 2. Дмитрий Потапенко, 4. Это слева направо. В центре поля Александр Василенко, номер 27. Алексей Павленко, номер 7. Роман Аносов, номер 87. И впереди Михаил Кузьмин. У него номер 25.
Арбитра представил, представлюсь сам, Кирилл Разумовский, ваш комментатор на ближайший час. Ну и давайте смотреть. ЦДК вроде бы более-менее игру от своих ворот отодвинул. Но пока все-таки вот первые минуты это скорее борьба за инициативу. Немножечко сумбурный футбол. Сказывается волнение, очевидно. И сказывается цена этого поединка. Еще раз напомню положение в группе. По 7 очков усадьба Банна и ЦДК имеют после 4 сыгранных матчей. На третьем месте Пивдом. У него 6 баллов. И на четвертой позиции Бобр с одной победой. И победой как раз над армейцами. В общем, расклады довольно понятные. ЦДК, чтобы выйти из группы, достаточно выиграть один из двух оставшихся поединков. Если сегодня армейцы добиваются победы, то 10 очков у них становится. И вне зависимости от результата матча 6-го тура Пивдом усадьба Банная, усадьба может только сравняться с армейцами по очкам, но не опередить по результатам личных встреч. Потому что первый поединок в Сокольниках закончился в ничью с счетом 3-3. Тогда усадьба трижды вела в счете, и каждый раз армейцы находили в себе силы отыграться. Причем два гола после штрафных были забиты. Александр Озеров сделал дубль. И, собственно, у него эти два мяча единственные в Лиге Чемпионов. Вот в одной игре он их забил. Кроме того, отличился Азамат Гумеров. И у ЦДК забивали Бунтов, Смирнов и Краха в концовке на 55-й минуте. Опять же, после фланговой атаки. Но состав армейцев тогда сильно отличался от того, что мы сейчас видим. Во-первых, в воротах играл Александр Незрюхин. Его специально заявили накануне для того, чтобы он смог сыграть, потому что Зайка по каким-то причинам не мог принять участие в матче. Кроме того, был Андрей Коряка. И он голевой передачей отметился, ну и вообще был, как всегда, активен. Конечно, это большое подспорье, когда он у ЦДК есть. Ну и, кроме того, несколько футболистов из-за травм сыграть не могли. Или могли, но играли совсем немного, не в полную силу. Сейчас, конечно, ситуация гораздо лучше у армейцев. Кадрово более или менее все лидеры вернулись в строй. Нет Евгения Алдонина, но так вот по последним матчам можно сказать, что уже армейцы научились немножечко так без Алдонина играть. И вот эта новая схема с большим количеством игроков средней линии, она, в общем-то, позволяет распределить нагрузку, да, позволяет распределить обязанности в этой зоне. И здесь за счет этого то один, то другой футболист на авансцену выходит. В общем, и без Алдонина хорошо. Но а место в обороне в этом сезоне занял Андрей Смирнов. И он практически на безальтернативной основе играет. Даже когда есть Хатаженков, он больше на фланге действует. Но вот кого сегодня нет, это Александр Авдеенко. Он сезон-то начал очень неплохо на самом деле. И забивает, и в голевых комбинациях принимает участие. В общем, оказался таки полезным игроком. Но после этой атаки Лихобабенко здорово за мяч зацепился. Бунтова вывел. Бунтов на Краху отдает передачу. Краха не успевает пробить после срезки от защитника. Ну и на самом деле там передачу прервал футболист усадьбы и чуть далековато мяч себе отпустил. У Крахи там изначально, наверное, вариантов было немного. 9 минут позади, счет не открыт. 0-0. И, наверное, стоит порассуждать еще и о том, что в случае мирного исхода будет. Будет, собственно, следующее. 7 и 7 превратятся в 8 баллов у каждого в отношении сегодняшних соперников. Ну и Пивдом
если обыграет Бобр, на самом деле это совершенно не очевидно, потому что Бобр сильное впечатление произвел, во-первых, в матчах с армейцами. Ну и вообще по ходу группового этапа команда квалифицированная, вполне много хороших игроков. Но если все-таки Пивдом выиграет, то 9 очков у него будет, и армейцам нужно тогда будет во что бы то ни стало выигрывать у Пивдома в последнем туре. Потому что рассчитывать на поражение Усадьбы, мне кажется, не стоит. Усадьба Банная — опытный турнирный боец, особенно в Еврокубках. Команда ведь существует всего 7 лет, но за это время выиграла уже 4 чемпионата Восточной лиги и 2 лиги чемпионов. А кроме того, еще в финале однажды Усадьба играла и проиграла Терминатору тогда. И также, по-моему, один или два раза еще играла в полуфинале. В общем, можете себе представить уровень притязаний, уровень амбиций этой команды. Очевидно, что в этом отношении все-таки такая более титулованная команда, чем ЦДК. У армейцев первая замена. Алексей Милешин появился на поле. У него на футболке 15-й номер. Заменил он Сергея Краху. Других изменений пока не видно. Бунтов в центре мяч подобрал. Отличная передача. Милешин первым же касанием забивает гол. Блестящая атака. Милешин все сделал здорово и классную передачу выдал. Бунтов 1-0 в начале 12-й минуты. Армейцы открывают счет. И вот эта борьба за инициативу, которая продолжалась по ходу стартового отрезка, закончилось голом, что очень важно для хозяев поля. Напомню, в первом круге в матче с Усадьбой ЦДК ни разу не вел в счете. Ну а сейчас... сейчас все случилось иначе. Так вот, про титулы закончу. С результатами Усадьбы сравните достижения армейцев. Двукратный чемпион Севера, команда ЦДК. И дважды выигрывал кубок ЛФЛ, но не Лигу чемпионов. Лиги чемпионов. Таких успехов армейцы не добивались. Что касается серебряных медалей, то у Усадьбы был один сезон, когда команда заняла второе место. Это тот год, третий год участия Усадьбы Банной в чемпионате Восточной лиги. Тогда выиграл чемпионат Мортон. Усадьба осталась на втором месте. И был еще один сезон, когда Усадьба должна была быть второй, но с Мортона сняли 20 очков в результате дисциплинарного наказания. И вот этих 20 очков, собственно, Мортону и не хватило. Естественно, он, по-моему, шестым тогда закончил чемпионат. Но вот если их прибавить обратно, то есть, собственно, по результатам матчей, то на 3 очка команда Евгения Джураева бы опередила Усадьбу Банную. Но вот все сложилось так, как сложилось, а сейчас складывается еще и лучше для гостей, но... Кузьмин не попадает. Уже пустые ворота. После того, как сам обыграл нескольких защитников штрафной. Накрутил тут, навертел. Последний удар все-таки помешали ему исполнить. Теперь уже ЦДК в атаке. И здесь считают защитники просто мяч вынести из штрафной. Так вот, у Усадьбы один комплект серебряных наград есть, а у ЦДК таких медалей 3. В том числе и в прошлом сезоне армейцы завоевали серебро и благодаря этому квалифицировались в Лигу чемпионов напрямую, потому что 2 места у Севера было. А вот Усадьба как раз закончила чемпионат 4-й в прошлом году. И в лиге оказалась после снятия Нижгар. Снятие со всех турниров, из чемпионата в том числе. Нижгары, как и Терминатор, на волне успеха после триумфа
чемпионате прекратили свое существование. Ну или приостановили, как минимум. Пока, конечно, точнее говорить не приходится. Усадьба атакует, но вот смотрите, несколько подряд точных передач не проходит. И пока в центре поля так владение переходит от одной команды к другой. Кузьмин, центр пас. Здесь Хатаженков. Чуть затянул, но и по ногам получил. Там Василенко правила нарушил. Александр Василенко в прошлом сезоне на севере выступал. И был в Азимуте, затем в Неве. Ну вот нашел себя в Усадьбе. Нашел для себя команду. Вообще в Усадьбе Банной много футболистов. Известных на севере, но после этого момента Лихобабенко выводит Бунтова 1-1, тот бьет и мяч после рикошета от рук Кирилла Филатова оказывается в сетке. 2-0, Бунтов завершает вторую контратаку, вторую голевую армейскую контратаку и обеспечивает своей команде солидное преимущество к исходу первой четверти игры. В первом голе, напомню, Бунтов ассистировал Милешину. Так что пока он претендует на звание главного героя встречи. Другое дело, что еще три четверти матча впереди. Все может сложиться иначе. Так вот, армейцы наверное, прежде чем к истории противостояния перейти, нужно закончить тему с футболистами Усадьбаны, которые выступали на севере в свое время. Кроме Александра Василенко, сегодня в заявке Артем Антипов, а также Валерий Скородумов. Эти футболисты также еще в прошлом году здесь, сюда, на Флотскую, как домой приезжали. Выступали за Неву и Беду. Соответственно, ЦДК пока в атаке. Еще один момент завершается он ударом поворотом Андрея Говорова. Говоров вышел на замену. И сейчас вроде бы должны армейцы перестроиться на игру с нападающим. Говоров будет действовать на острие. Лихобабенко в центре. Милешин справа. А Вашурин ближе к левой бровке. Хотя, конечно, фланговым футболистом его не назовешь при всем желании. Так вот, история противостояния. Армейцы играли с Усадьбой Банной 3 года назад на групповой стадии Лиги Чемпионов. И тогда обменялись победами с минимальным счетом. Причем этих побед добивались в гостях. Усадьба выиграла на Флотской. ЦДК был сильнее в Сокольниках. Так что пока паритет по итогам 3 противостояний. Но с восточными командами армейцы не всегда играют удачно. И, наверное, даже нужно сказать, что это неудобные соперники. И Усадьба Банная, и Нижгары, и Диса была. Ну, в общем, со всеми участниками Еврокубков, конечно, ЦДК пересекался. Пока все очень здорово складывается. Так, здесь провокации. И что, будет реагировать Коржевский на эту ситуацию? Без внимания оставляет ее, а Говоров там очень серьезно с Озеровым потолкались. Причем Озеров за шею взял футболистом ЦДК. Здесь, как мне кажется, слишком либерален
головной арбитр. Уж по желтой карточке-то можно выписать, пока предпочитает ограничиться лекцией Владимир Коржевский. Лекцией о правильном поведении. Ну, не знаю. Возымеет ли она действие, послушают ли игроки, заведенные уже несколькими единоборствами. Милешин в центр откидывает мяч Новошурина. Тот подключает Романа Памшева. Итак, уже достаточно замен произошло. Давайте я новых футболистов представлю. Памшев играет под 14-м номером. Говоров под 13-м в атаке. Соответственно, Памшев вместо Лихобабенко вышел. А здесь момент усадьбы, бьет Василенко, попадает в Хатаженкова, и здесь никакого нарушения правил не было, да, там куда-то в область плеча, но в естественном положении рука была прижата, не увеличивал он площадь тела таким образом. Хатаженкова меняют сейчас, и вместо него Сергей Темряков под 55-м номером. Теперь расстановка армейцев выглядит следующим образом. Сбродов, Смирнов, Темряков, Вашурин, Памшев и Бунтов, и Говоров впереди. Усадьбы Банной отправляется отдыхать Роман Аносов. И на левую бровку перемещается Василенко. Кроме того, я сейчас смотрю, Павленко будет играть в центре. Справа под 5-м номером Андрей Иванов вышел. И на острие атаки под 9-м номером Азамат Гумеров. Вот такие изменения. В обороне остался Пискунов-младший. Потапенко. И Озерова заменил Игорь Шевчук. У Шевчука третий номер. 22-я минута. 2-0. ЦДК ведет. Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. Усадьбы Банной моменты есть. Но пока подводит реализация. У ЦДК моментов немного, но два мяча уже забито. Василенко пониже опустился за мячом. Шевчук направо играет. Здесь Потапенко. Назад Шевчук. Василенко пробить не успевает, но откидывает мяч Пискунову. Пискунов пытался в центр сыграть, но здесь Темряков надежен. И контратака могла бы получиться у ЦДК, но здесь спешить некуда. Вот теперь передача в направлении Памшева. И Темряков чуть-чуть не рассчитал траекторию. Потапенко тащит мяч, направо отдает. Смирнов встречает своего оппонента. И здесь рукой себе Гумеров подыграл, обрабатывая передачу Иванова. Так-то, конечно, позиция была убойной и без опеки. Нападающий усадьбы находился. Так, Василенко поле покинул. Артем Антипов вышел. У него 11-й номер. И сейчас посмотрим, какая еще замена была произведена. А, ну, вернулся Аносов. Причем вернулся на позицию левого защитника. Типов ищет варианты, идет в обводку и теряет мяч. Теряет мяч и фолит. Бунтов здорово сыграл опять. Сначала, правда, пытался мяч партнеру отдать, но ошибся в передаче. После этого уже на газоне оказался, его прихватили руками. Ну, какие варианты для розыгрыша? Может, пробить? Смирнов к мячу подошел, забрасывает на Говорова. Ну, в направлении Говорова, по крайней мере. Говоров фолит. Хотя и пробивает поворотом. Это уже после свистка.
Павленко. Шевчуком играет. Тот налево. Аносов, Антипов. Гумеров. Вот сейчас проходит комбинация. Здесь очень здорово так в касание в два футболисты усадьбы банный мяч разыгрывали, но с ударом не вышло совсем. Мяч срезался и ушел даже не за лицевую линию, а за боковую на противоположной бровке. Говоров уходит отдыхать за 5 минут до перерыва. И на поле появляется Александр Туменко, номер 83. Туменко были проблемы со здоровьем. Последние пару сезонов, в общем, немного играет этот нападающий. Или атакующий полузащитник. Называйте как хотите, как считаете более правильным. Играет немного, в основном вот из-за травм, но все равно определенное количество мячей забивает. Здесь Смирнов воткнулся в соперника. Павленко, конечно, достаточно неприятно сейчас. И, может быть, даже немножко жаль, что его партнеры так быстро разыграли, не довели до ума эту атаку. И Павленко вот только-только поднялся, а здесь уже и аут был после штрафного. Аносов, Павленко, бьет с носка мяч, Иванов пытается подправить, подправляет, собственно, но не в ворота, а опять за боковую. Так вот, Туменко, несмотря на то, что в последние годы игровое время сократил и результативность его упала, остается лучшим бомбардиром в новейшей истории ЦДК. Новейшая история у нас берет начало с момента регулярного ведения протоколов и ведения истории в ЛФЛ. Потому что все же вот в те такие милые сердцу многих старожилов сезоны, когда все там на бумажке как-то записывалось и, естественно, не сохранилось для истории. Мне кажется, что побольше забивали там и Виктор Воронков, например. Но теперь это уже только в памяти очевидцев остается. А вот согласно официальным данным, той информации, которая хранится в базе данных Любительской футбольной лиги, больше всех за ЦДК забил Туменко. И на втором месте долгое время находился Евгений Поляков, который сейчас за пятый элемент выступает. Но вчера его Бунтов обошел. У Полякова 108 мячей, у Бунтова было 105. И вчера он 5 забил в ворота Стеллы. Значит, на второе место вышел. По вот этому показателю забитых мячей за последние несколько сезонов. Ну, а что касается усадьбы Банной, то лучший бомбардир с большим отрывом в ее новейшей истории сейчас играет на севере в составе APC. Речь об Евгении Овсянникове. На пике своей карьеры за усадьбу он, конечно, очень много забивал. Ну, а сейчас, знаете, может быть, не первый пик, а второй пик уже будет в APC. Ух, зайка. Опять выходит очень далеко из ворот, хотя ситуация, как мне казалось, не требовала вот этого выхода как на пожар. Но дальше все удачно складывается, и Сбродов в борьбе с Гумеровым мяч отвоевывает, но уже были ситуации, когда зайка выходил, сталкивался с защитником, после этого армейцы пропускали. Я слышал разговор, такой разбор этих эпизодов в стане армейцев, и Денис Зайка просто сказал, что таков мой стиль игры, я всегда выхожу за пределы штрафной, я помогаю полевым игрокам и разыгрывать мяч, и страхую их, поэтому при таком стиле, наверное, какие-то ошибки неизбежны, но пользы больше. Может быть, это довольно современная манера игры, вы знаете, что есть вратари сейчас в мировом футболе, которые
примерно... Примерно что-то подобное то часто исполняют. Не знаю, насколько это применимо для любительской футбольной лиги, потому что все-таки футбол 8 на 8 отличается от футбола 11 на 11. Прежде всего отличается тем, что нет положения вне игры. Сейчас Бунтов запарывает контратаку 2 в 1. Здорово Шевчук сыграл в подкате. И теперь уже гости могут на последней минуте тайма провести что-то и проводит гол. Гумеров забивает. Вот если бы Бунтов сейчас... не потерял мяч и либо отдал на Туменко направо, либо сумел обыграть Шевчука. Армейцы могли забить в раздевалку третий мяч. Было бы 3-0 после первого тайма. И шансы усадьбы Банной отыграться после перерыва становились бы минимальными. А так 2-1. И все наоборот. Теперь преимущество хозяев поля не такое существенное. И во втором тайме можно ожидать куда больше активности восточной команды. Тем более, что тайм-то еще не кончился, и тут усадьба еще одну атаку организует. Уже минуту переиграли. И проходит момент. Зайка выручает, но вот только теперь. Звучит свисток Владимира Коржевского. Команда на своей скамеечке отправляется отдыхать. Ну что ж, друзья, и мы делаем небольшую паузу. Вернемся к началу второй половины. Продолжаем. Второй тайм матча ЦДК «Усадьба Банная». Это Лига чемпионов. Пятый тур группового этапа. Эти команды сражаются в квартете «Д». И после 30 минут игры армейцы ведут 2-1. Причем можно сказать, что такой счет достаточно справедлив в отношении усадьба, она гол заслужила и несколько хороших моментов упустила. Но, с другой стороны, все могло быть иначе. На последней минуте, уже перед самым перерывом, у армейцев была контратака 2 в 1. И Максим Бунтов не успел отдать передачу в направлении Александра Туменко. Последовал контрвыпад усадьбы. И Азамат Гумеров один мяч отыграл. До этого Милешин и тот же Бунтов обеспечили армейцам преимущество. В общем, могло бы быть 3-0, но 2-1, а это значит, что большая интрига у нас во втором тайме сохраняется. Матч громадное значение имеет для обоих соперников, поскольку турнирное положение в этой группе, наверное, оставляет интригу как минимум на этот тур, уже оставила, да, и, возможно, оставит на последний. Здесь все очень плотно, три команды претендуют на две путевки в четвертьфинал. У армейцев ситуация, в принципе, неплохая, но вообще у победителя этого матча будет ситуация неплохая. Можно сказать, что и гарантированное даже. Гарантированное место в четвертьфинале. Все, что я говорил в отношении армейцев, справедливо и для усадьбы Банной. Победа в сегодняшнем матче позволит обеспечить преимущество по сумме двух встреч. Это значит, что при равенстве очков победитель сегодняшней игры будет выше в турнирной таблице. А равенство очков может возникнуть только при победе ЦДК в последнем туре над Пивдомом, если выиграет сегодня усадьба. И в том случае, если армейцы сегодня выиграют, а в последнем туре обыграют Пивдом, в то время как усадьба выиграет
выиграют у Бобра. Сейчас армейцы еще одну комбинацию сконструировали, пока мы тут увлеклись немножко турнирными раскладами. Опять Бунтов с Милешиным здорово взаимодействует. Милешин завершал атаку, но на этот раз Кирилл Филатов выручил свою команду. Причем в непростой ситуации он ногой мяч отразил, а это момент еще один. И опять завершает атаку Милешин. На этот раз его удар рядом со штангой проходит. Здесь ошибка. Лихобабенко здорово играет на перехвате. Опять Милешин. Бунтов рядом. Вашурин. Но он падает под прессинг. Здорово. Через Бунтова мяч доводит до Сергея Сбродова. Лихобабенко подает с правой ноги. Милешин забивает. Это красавец. Гол. И все говорят, волшебная левая Валерия Лихобабенко, а он и с правой вот такие самонаводящиеся подачи исполняет. Ну а Милешин, может быть, и отбирает у Вашурина теперь статус главного героя поединка. А теперь у него два гола, во-первых, и действительно в начале второго тайма он самый заметный на поле. Два шанса не реализовал, но не расстроился, не выключился из борьбы, продолжил нагнетать давление штрафной соперника и все-таки оформил дубль. 3-1. 3-1. Преимущество солидное. Армейцы второй раз в матче ведут в два мяча. Ну, тут главное теперь не напортачить, что называется. Милешин достаточно, ну, во многом неожиданно в составе ЦДК появился, причем не так давно, этой осенью. Но вот смотрите, таким серьезным усилением стал. Армейцы вообще нас уже приучили, что здесь очень известные в прошлом профессиональные футболисты играют. Милешин, это, можно сказать, что и звезда 90-х. По большому счету, не чужим человеком он был в чемпионском «Спартаке». Играл достаточно, потом за «Сатурн» еще выступал. В общем, карьера у него хорошая была в высшей лиге. Ну и здесь, в общем-то, собраны все футболисты, которые на высоком уровне поиграли. Может быть, не у каждого был элитный дивизион в карьере. Но тут уж как сложилось. На самом деле, и первая лига, и мини-футбольный чемпионат. Это тоже достаточно весомая часть карьеры. И там, где у ЦДК не хватает, там, не знаю, молодости и физических кондиций у некоторых игроков, там, конечно, большой опыт и огромное мастерство имеет значение больше. Так, сейчас Василенко в жесткий подкат пошел на Бровке. Опять без желтой карточки, судя по всему. И Вашурин, так мне показалось, страшнее кричал, чем действительно эпизод того стоил, но там на Бровке всегда опасно. Вы знаете, что поле такой бордюрчик окаймляет, и по скользкому вот этому бордюрчику можно очень неудачно уехать и травму тяжелую получить. Поэтому все подкаты на Бровке, все толчки, даже борьба в корпус на Бровке, это очень опасно. Вчера вот, например, я смотрел матч перед летом Бинго-Бум, это первый дивизион Северной лиги, и очень было жесткое единоборство на Бровке около раздевалок, и футболист просто, как в хоккее, в этот борт был впечатан, причем никакой там грубости не было, но вот просто такая борьба была принципиальная до последнего, и, конечно, эпизод такой тревожный, к счастью, ничем плохим не закончился. Василенко неплохо пробил штрафной, Зайко заставил прыгать за мячом под перекладину, но все же
Удар был чуть неточным. И армейцы легким испугом отделались. Но вот тут проблем-то побольше сейчас рисуется. У Зайки там какие-то неприятные ощущения, видимо, в области поясницы. И даже потребовалась небольшая пауза, чтобы в себя прийти. 9-я минута второго тайма. 3-1 ЦДК ведет. И пока не видно, что усадьба Банная так существенно способна прибавить. На скамейке ЦДК вообще сейчас умиротворение и веселье. Кстати, травмированные игроки тоже присутствуют. Здесь вместе с командой. Вот вижу Вячеслава Саркисова. Он в цивильном, но он рядом. Олег Полтевский тоже приехал. И, возможно, благодаря его присутствию там так весело. Всегда шутит. Вообще атмосфера в команде очень позитивная. Единственное, что огорчает, долгое восстановление Дмитрия Свиридова, конечно. На ровном месте, что называется, он получил травму и уже очень долго себя приходит после нее. Две операции. И до сих пор с костылями на игры приезжает. Но сейчас усадьба в атаке. Давайте смотреть. Иванов в дальний угол. Но здесь Зайка все понял. Уже выскочил из-под своего игрока, чтобы увидеть удар. И правильно занял позицию. На мой взгляд, вот такой сейф, он иногда дороже какого-то супер акробатического прыжка. Потому что важно прочитать для голкипера. А прочитать можно только, когда есть понимание футбола на должном уровне. Сейчас еще одна ошибка. Василенко обрезает в центре поля. Бунтов мяч подхватил. На Милешина сыграл, тот простреливает. Ну нет, Лихобаменко, конечно, двужильный и вечный. Но добежать до такого прострела уже не мог. Да и у Милешина вроде бы силы кончились. Поэтому он отправляется на скамейку. Вместо него Сергей Краха. Сейчас какие-то опять перестановки. Перестановки, потому что вместо Бунтова Говоров. Но смотрите, действительно связка Милешина и Бунтова, и меняют их вместе. Говоров теперь будет играть впереди, Краха на правом фланге, Лихобабенко на левом. Но это все условно, естественно, вот эта тройка полузащитников будет меняться местами. Что касается Вашурина и Лихобабенко, так точно. Хатаженков идет в авантюрный подкат, еще один, но мяч остается у нападающего усадьбы. Кузьмин пробил, его удар заблокировали. Просто на вынос сейчас. Вот сейчас видно, что сине-белые начинают добавлять. Начинают потихонечку спешить. Начинают проявлять эмоции. Армейцам очень важно вот этот отрезок пережить. Ну, как и в игре с Бобром, собственно. Там, если помните, в какой-то момент гости были намного активнее, и только в конце Лихобабенко третьим голом игру успокоил. Так шансы оставались, что называется. Ну, все возможные средства такого небольшого затягивания времени Денис Зайка использует. И мяч не спеша устанавливал, и разбег побольше, имеет право, надо же посильнее выбить, да. Другое дело, что сейчас это не затяжка вот в отношении, ну, просто убить какие-то секунды. Это желание успокоить игру, сбить порыв соперника атакующий. Шевчук в центр отдает на Василенко. Тот обыгрывает Лихобабенко. У него есть определенный простор сейчас. Александр Василенко решается на удар, но удар не очень сильный. Смирнов все видел. Ногой выбивает мяч. Передача на Аносова. Тот уже в штрафной против Сбродова. Передача на Василенко. Василенко обыгрывает защитника. Еще один пас и удар. Кто же там так неудачно исполнил? Андрей Иванов, по-моему. Позиция-то была довольно удобная, но слишком высоко задрал мяч.
пятый номер усадьбы и выше. Роман Памшев вместо Лихобабенко. И вместо Хатаженкова Темряков. Зайка, хороший вынос. Ну, здесь Озеров. Василенко. В центр играет через Пискунова. Антона Пискунова. Напомню, Леонид сегодня не играет. Здесь неплохо. Василенко. Шевчук. Нет. Ну, удар по воротам-то сделал, но защитники не позволили мячу до вратаря даже дойти. Отдача. Краха выбивает. А усадьбы вроде много народу, а замен не особенно в этом матче. Рассчитывает на основную обойму. Ой, как здорово Зайка сейчас играет. Супер сейв после выстрела с линии штрафной. И одной рукой последний момент просто поставил ладонь. Из-под перекладины вытащил мяч голкипер ЦДК. Середина второго тайма. 3-1. Армейцы впереди. Краха нарушал правила против Антона Пискунова. И усадьба переходит в нападение. Яносов. Направо играет с Ивановым. Теперь через Шевчука налево атаку разворачивает. Кузьмин. Темряков жестко. Пока все это в пределах правил. Пока армейцы поджимают и не позволяют сопернику на своей половине мяч контролировать. Иванов. Аносов. Шевчук. Опять Аносов справа. И все заканчивается дальним ударом. Там был рикошет, поэтому угловой. Но, знаете, вот пока кризис идеи. Усадьба банной не понимает команда, как в армейскую штрафную проникать. На подступах, пожалуйста, комбинируйте. Можно тут дальними ударами пользоваться. Но вот внутри штрафной пока моментов нет. А у ЦДК может контратака сейчас получиться. Краха через Говорова сыграл. И дальше Вашурин. Вашурин ошибается в передаче. Можно было в свободную зону бросать. И того же Говорова пытаться вывести на ударную позицию. Темряков, Памшев с мячом справляется. И мимо Озерова пробегает. Но Озеров в последний момент в таком отчаянном подкате мяч выбивает. Памшев корпус поставил и армейцы аут заработали. Памшев. Ух, здесь жесткое единоборство. Василенко мяч. И Вашурин хорош в отборе. Ну, мне показалось, что сейчас-то фола не было. Новая атака усадьбы. Пискунов на Озерова. Наносов по всему фронту атаки перемещается. Теперь он слева, но почти вся игра через Александра Василенко. В центре поля он позицию занимает и сейчас зарабатывает очень опасный штрафной. А когда в команде есть Александр Озеров, любой штрафной опасен. Но тут-то вообще мяч будет установлен практически в 12, наверное, 13 метрах от ворот.
момент убойный. И времени, главное, еще достаточно. Если сейчас гости забьют, получат такой дополнительный мотивационный импульс и попробуют уйти от поражения. Но вот ключевой момент в игре. Озеров прямым ударом Зайка выручает свою команду. И дальше кто-то из защитников, Темрюков, по-моему, на линии ворот страхует своего вратаря. Очень близка была к голу у Сайбабана сейчас, но не забила. И армейцам нужно что-то менять. Пытаться мяч забрать как минимум. Потому что вот в таком ключе обороняться в продолжительном временном отрезке тяжеловато. Сейчас и замены, наверное, в ход пойдут. Бунтов-то уже готов, мне кажется, выйти. Его скорость и, скажем так, умение на чужой половине поля с мячом пофинтить могут пригодиться ЦДК сейчас. Но пока там Говоров. За мяч цепляется Памшев. Угловой заработал. Но не так все плохо. Угловой краха разыгрывается Евгением Вашуриным. Вашурин пока немножко из игры выпадает. Мне кажется, что дело в не лучшей физической готовности. Когда Вашурин свеж, то он главный придумщик любой команды, в которой играет. Когда чуть-чуть не хватает ему движения, уходит в тень. Ну и вот посмотрите, сегодня голы ведь сделали Бунтов, Милешин или Хабабенко. А фамилию Вашурина вообще практически не называем. Хотя играет он много. Ну, больше, по крайней мере, трех вышеупомянутых футболистов. Озеров. Вперед передача. А здесь Смирнов здорово сыграл на опережение. И Говоров сразу же поощрил защитника. Потому что, ну, после такого перехвата, ну, нельзя это подключение оставлять без внимания. И еще один отбор Смирнов совершает уже после того, как Говоров неточную передачу в центре поля отдал. Краха будет эту атаку завершать. Завершает ударом с малыми шансами на успех. Естественно, для Филатова этот удар проблем не составил. Но Филатов такое у меня впечатление. У Игоря Гришина футболку одолжил игровую, потому что она ему, ну, почти до колен. Гришин играет через Озерова. Тот сразу налево. Пискунов. Кузьмин. Вообще кажется, что усадьбе немножко тяжеловато, но тяжеловато может быть по сравнению с другими командами, но для ЦДК это не так значимо. А вот давление, которое лидер чемпионата Восточной лиги оказывает сейчас, очень серьезно. По текущему сезону я не говорил. Команды, в принципе, успешно выступают. Усадьба первое место занимает в своем чемпионате. ЦДК второе. Но большое значение этим результатам придавать не стоит. На севере чемпионат, настоящий чемпионат с борьбой за титул начнется во втором круге, после того, как определится первая восьмерка. Ну, а что касается результатов усадьбы Банной, то 6 побед ее были в играх с командами от 9 места и ниже. Там все самое основное тоже впереди еще. Атакуют гости сейчас такой, ну, не штурм еще пока, но уже такое серьезное позиционное нападение, серьезное давление. Гумеров тут пытался показать, что ему по ногам досталось. Ну, хорошо, что на ногах удержался в действительности, потому что желтую карточку бы получил за симуляцию.
По-прежнему усадьба очень здорово зажимает ЦДКА на, ближе к штрафной. Очень здорово контролирует мяч на двух третях поля, но в финальной трети не находит каких-то решений. Поэтому голевых моментов нет. Есть опасные дальние удары, но не более того. А остается 7 минут. Аносов поле покидает, Антипов вместо него. Ну, а здесь Краха не пошел, не поверил в то, что мяч пройдет после аута от Сергея Сбродова. Василенко назад. Пока все это без продвижения. Шевчук, Озеров. Бунтов, кстати, вместо Говорова вышел на поле. Смирнов. Очень здорово. Очередной перехват. Третий или четвертый. Бунтов обыгрывает двух защитников. К штрафной приближается. Бьет и Сергей Сбродов. После сейва Филатова не смог добавить мяч в сетку. Ну, просто не подстроился под этот рикошет. Было близко. Но усадьба уже не обращает внимания на возможные контратаки от ЦДКА. Сейчас нужно все силы бросить вперед. И попытаться хотя бы один мяч сначала забить, а там уж в концовке как получится. Гумеров тут крутит и вертит, но обыграть Смирнова не может. И удар от ворот даже, вот так. Потому что мяч, по-моему, чуть раньше предела поля покинул. Замена. Милешин готовится выйти. Хатаженков. Так, ну начинаем по порядку. Памшев покидает пределы поля. Лихобабенко выходит. Вашурин на скамейку. Милешин в игру. И Хатаженков вместо Сбродова. Логично. Отдохнувшие, свежие футболисты на концовку. Краха. Здорово сыграл. Лихобабенко. Здесь за мяч зацепился. Милешин. Краха. Темрюков. Милешин. Борьбу выигрывает Лихобабенко. Бунтов. И зарабатывает фол. Очень здорово сыграл Максим Бунтов. И Артем Антипов сфалил. Опять без желтой карточки. Владимир Коржевский их сегодня не доставал. Предпочитал при необходимости устными предупреждениями ограничиваться. Ну, может и правильно. В целом игра не грубая. Бывали жесткие моменты, жесткие стыки. Но все в пределах допустимого. Лихобабенко. Ну, что-то такое придумал слишком изящное. Филатов в это не поверил. Усадьба будет свою атаку начинать. Василенко. Назад. Озеров. Здесь справа открылся Михаил Кузьмин. Длинная передача, диагональная вперед, и она не точна. Бунтов, Краха. Бунтов обыгрывает Шевчука, но тут вроде бы даже передачу отдавал скорее, а передача не проходила. Теперь уже такой серьезный прессинг в исполнении армейцев, и усадьба испытывает большие затруднения при выходе со своей половины поля. Шевчук. Вперед мяч бросает. И тут же потеря. А вот здесь Бунтов на мяч должен был пойти. На самом деле, да, извиняется перед партнерами. Озеров его легко опередил. Не рассчитал. Бунтов, знаете, бывают такие финты, когда при приеме чуть назад отходит игрок и защитник, выскакивающий на перехват, пролетает мимо. Мне кажется, Бунтов примерно так хотел сыграть сейчас. Но на последних минутах лучше понадежнее действовать. Хатаженков. Смирнов. Темрюков назад. И Зайка мяч выносит.
Время работает на армейцев. Озеров. Шевчук. Здесь Хатаженков. Очень спокойно. Армейцы уверенный матч сегодня проводят. Ну, не без ошибок, естественно. Он сейчас Темрюков споткнулся. И так получилось, что в простой ситуации хозяева поля мяч отдали сопернику. Но в целом... В целом... С чувством собственного достоинства. Здесь что? Штрафной на входе, на углу практически. Но это не пенальти. И на пенальти Антипов и не претендует, похоже. Но штрафной это все равно шанс. Шанс для Озерова прежде всего. Тут и Шевчук подходит к мячу. И Иванов, да? А, и Гумеров. Но бить будет Александр Озеров. Автор громадного количества забитых мячей со штрафных в ЛФЛ. Но сейчас он делает передачу и неудачно. Так, с такого паса сложно пробить, когда мяч подпрыгивает, ударяясь о газон. Армейцы тут контратаку даже придумывают. И да, от ноги Василенко еще и аут в пользу армейцев. Ну что ж, сейчас замены будут... На последней минуте Сергей Краха поле покидает. Выйдет Евгений Вашурин. Вернется на газон. Милешин из-за боковой вбросит. Ну а мы будем итоги подводить. Прежде всего, нужно поздравить ЦДК с выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Победа в сегодняшней встрече гарантирует как минимум второе место. И в последнем туре можно ведь еще и побороться за первенство в группе. Что здесь случилось? Здесь фол зарабатывает Денис Зайка, подставившись под соперника. Важно ли это, я имею в виду положение в турнирной таблице для ЦДК, не знаю. Все будет зависеть от того, как результаты в других группах. И, возможно, будут выбирать, не будут выбирать себе соперника на четвертьфинал. Это в любом случае не важно, потому что четвертьфинальные матчи только весной. Сейчас Бунтов не забивает с близкого расстояния. Ну, сложно было там найти путь мячу мимо Кирилла Филатова. В принципе, это уже, опять же... Никакой роли не играет. Четвертый мяч сейчас, наверное, снял бы все вопросы относительно победителя. Но и так этих вопросов немного остается. Хатаженков мяч перехватывает. Бунтов здесь неточный пас, но Хатаженков все-таки находит штрафной. Милешина тот бьет. Филатов выручает свою команду. А Владимир Каржевский дает финальный свисток. 3-1. Победа ЦДК действительно красивая, действительно заслуженная в этом матче. Армейцы... Выходит в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Ну и я с вами прощаюсь на сегодня. Вечером вас ждет еще одна трансляция. Матч Лиги Чемпионов, в котором сыграют Гефест и ФКСП. Его для вас прокомментирует Никита Лаврентьев, друзья. А сейчас для вас работал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь на полях Северной Лиги.